Турция может не подписать Парижский климатический договор из-за отказа США принимать в нем участие. Об этом заявил президент страны Раджеп Эрдоган во время выступления на съезде лидеров Большой Двадцатки. Все из-за того, что выход американцев из соглашения ставит под угрозу финансовую компенсацию для Турции. Возврат некоторых средств по климатическому договору Анкаре обещали перед подписанием документа. Во время выступления Эрдоган также пытался оправдать недавнее задержание журналистов в Турции, которые якобы причастны к попытке госпереворота в прошлом году. Президент подчеркнул, во всем разберется следствие. Большинство из тех журналистов – люди, которые поддерживали террористические организации. Сейчас суд анализирует факты, и только когда закончит, сможем принять решение. Я вам отвечу так же, как в основном отвечают политики в подобных случаях. Это дело суда.